Для пруда на Бедопешской улице нашлось ровно 10 карасей. Теплосеть и администрация Фрунзенского района объединились, чтобы благоустроить сквер. От мусора здесь расчистили не только кусты и дорожки, но и местный водоем. Водолазы тщательно обследовали дно и береговую территорию, после чего в водоем запустили рыб. Специалисты подсчитали, что десятка особей должно хватить для постепенного зарыбления водного объекта. Хотя есть шанс, что караси будут выловлены раньше, чем начнут размножаться. Ведь озерцо очень любят местные рыбаки. Это место притяжения отдыха, да? Это здесь у нас и дети гуляют, это здесь гуляют и взрослые люди, здесь у нас гуляют и пожилые люди. Поэтому, естественно, здесь должно быть чисто и аккуратно. Понедельничный субботник районная администрация провела совместно с теплосетью. Акцию приурочили к году экологии и дню охраны окружающей среды. На очереди в районе парк воинов-интернационалистов и другие купчинские скверы.